Литературно-музыкальные гостиные, посвященные 187-летию со дня гибели великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, прошла во Дворце ветеранов. Ее назвали в честь одного из самых известных стихотворений поэта «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Со сцены прозвучали как стихи Пушкина, так и творения самарских авторов, вдохновившихся его творчеством. Литературные гостиные во Дворце ветеранов – это мероприятие регулярное. И мы стараемся на этих гостиных объединять людей, которые к нам приходят. У нас в Самаре много литературных объединений, но нам здесь, во Дворце ветеранов, в доме, где сердца согреваются, хочется их сплотить. И, конечно, нам очень важно, чтобы память поколений передавалась. Мы часто приглашаем детей. Гости литературной гостиной – участники творческих коллективов Дворца ветеранов, солисты вокального коллектива «Ноктюрн» Дома культуры «Заря», члены Пушкинского общества, юные чтецы – это учащиеся школы номер 99, а также все, кто любит творчество поэта. Александр Сергеевич Пушкин для всех членов Пушкинского общества и для всех людей России – это огромная величина, это гениальное наследие русской поэзии, это истоки русской литературы, и недооценить творчество Пушкина для россиян и для всего мира, конечно же, нельзя. Пушкин, как говорят в народе, это наше все. В холле Дворца ветеранов портреты Александра Сергеевича, а также картины, которые отражают разные моменты жизни и биографии Пушкина. Их написали самарские художники. Прежде всего, конечно, здесь представлены портреты Пушкина, причем это не настолько известные портреты. Здесь представлены картины, которые рассказывают об основных жизненных этапах. Это и «Болдинская осень». Конечно же, женщины, которые играли огромную роль в жизни Пушкина, это и его жена, и, конечно же, няня Арина Родионовна. Ну а самое главное, что здесь представлены работы, которые посвящены его сказкам. Презентовали новую художественную выставку несколько объединений Самары, в том числе и студии изобразительного творчества Дворца ветеранов. Автор уже готовится к большой выставке, посвященной юбилею Пушкина. В июне исполнится 225 лет со дня рождения поэта. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.